Дальневосточный федеральный университет подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшей транснациональной компанией по производству программного обеспечения Microsoft. Церемония состоялась 6 сентября. На ней присутствовали ректор ДВФУ Сергей Иванец, президент Microsoft РУС Николай Прянишников и руководитель научно-исследовательского и стратегического направления корпорации Microsoft Крейг Манди. Этот факт является подтверждением, очевидным подтверждением того высокого звания инновационного вуза, к которому мы активно стремимся. Потому что одной из ключевых задач, предусмотренной нашей программой развития, является создание привлекательной, комфортной, удобной академической среды. Эта среда должна быть, безусловно, продуктивна и должна способствовать развитию творческого, научного потенциала студентов, аспирантов, профессоров, исследователей университета. Для создания этой среды нам совершенно необходимы лучшие компетентные партнеры. Таким партнером в данном случае выступает компания Microsoft о мировом лидерстве, который говорить, наверное, много не приходится. Теперь в процессе обучения будет использован бизнес-подход. Такие новшества, как облачная технология, планшетные компьютеры, смартфоны, позволят объединить университет в единое информационное пространство. Несколько вещей мы намерены делать в партнерстве. Первое – это именно обучение и преподавателей, и студентов всему самому современному. И вот для этого создается IT-академия на базе университета, где действительно будет много курсов, постоянно обновляемых. Второе – это самые современные продукты. Здесь как раз и облачный офис, и SharePoint для взаимодействий, и Link для коммуникации. То есть это современная среда, в которой будет просто удобно работать и студенту, и преподавателю. Ну и, наконец, содействие творческому, раскрытию творческого потенциала. Это, мне кажется, очень важно. Студент, у нас действительно в России много талантливых людей, но как им проявить себя? Как перейти от просто умных идей к чему-то конкретному? И вот этому помогает наш проект Imagine Cup, где молодые студенты объединяются в команды, создают конкретный проект, демонстрируют потом его жюри профессиональному, который получает там комментарии. И я очень надеюсь, что из таких студенческих команд скоро появится много новых бизнесов. Этим событием Дальневосточный федеральный университет подтвердил свое намерение стать самым передовым учебным заведением. Сотрудничеством с компанией Microsoft могут похвастаться лишь несколько вузов Российской Федерации.